10 тонн гуманитарного груза отправят в зону специальной военной операции от Народного фронта в Дагестане. Наши военнослужащие получат генераторы, рации, бинокли, все самое необходимое для решения боевых задач, а также одеяло, теплые вещи, продукты питания и медикаменты. В сборе груза приняли участие различные организации из городов и районов республики. В преддверии Дня защитника Отечества для бойцов школьники подготовили около 1500 писем с теплыми поздравлениями. Их также доставят в зону спецоперации. Готовим очередную партию гуманитарного груза в помощь нашим бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Эта помощь сформирована благодаря нашим друзьям и партнерам, трудовым коллективам Дагестанского аграрного университета, завода Гаджиева, Кизлярского электромеханического завода и неравнодушных граждан. Этот груз, он, можно сказать, уникален, и уникален тем, что был составлен сугубо по заявкам наших бойцов, которые находятся сейчас на новых территориях. Спасибо Народному фронту за помощь, оказанную нам, военнослужащим, на передовом. Очень благодарны мы. В данное время нуждаемся в этой помощи. В рамках проекта «Все для победы» Народный фронт в Дагестане объявляет масштабный сбор ко Дню защитника Отечества для поддержки бойцов на передовой. Благотворительный стрим-марафон состоится 20 февраля. Трансляция будет вестись на нашем канале, а также на радиостанциях «Страна Гор», «Столица», «Прибой» и «Россия». На собранные средства закупят все необходимое для военнослужащих.